Всем привет, давайте сегодня мы в Vice Crime 6 попробуем найти все секретные локации с помощью киберхакера. На призраке. Я очень хочу найти локацию, где происходит событие из воспоминания про Джозефа Салливана. Для этого нам нужен ноклеп. Мы впервые так в Мороженщике 6 летаем свободно по карте. Это вроде бы первый, кто сделал такой мод. Пойдемте искать локацию. У меня сначала небо было все черное, а теперь нормальное, синее. Я уже первую локацию нашел. Это у нас локация из первого воспоминания, которое было еще в старых версиях. Про монахиню. Помните, ты лежишь в сырой земле, хоть война пришла по твоей вине. Где она берет Филиппу в плен потом. Офигеть. В этой могиле нет креста почему-то. И там ничего тоже нету. Да. Ноклеп убираем. Смотрите. Давай от меня разворачивать. Ты лежишь в сырой земле, хоть война пришла из-за твоей вины, и расшатывает крест. Я не жалею о содеянном, но кто звонит мне в дверь? Это сейчас от лица монахини. Начал петь. Прям в точь-точь, как из воспоминания. Все, к нам приехала сестра Филиппа. Мы сейчас будем открывать дверь. Вон, видите, даже ее фургон стоит. Такие мы открываем ей дверь. Доброе утро, я сестра, настоятельница Филиппа из главного ордена этой школы. Я давненько не получала новостей об этом месте, так что у меня не было выбора. Я должна была. И монахиню забирает в плен. Идемте искать уже вторую локацию. Я, кстати, знаю, где она находится. Она находится у нас вот здесь вот. Справа. Вот она. Это у нас локация из второго воспоминания, которую добавили в этом обновлении, где Филиппа рассказывает монахине, что Джозеф Салливан побил новый рекорд. Но это локация из Evil Nun, но только в игре Ice Cream 6 Friends. Да, это локация из монахини, где дети лежат. Что ж, думаю, еще одна гладильная доска влезет. Сестра Мэдалин, сестра Мэдалин. Филиппа, что насчет стирки? Показывает ей газету, и монахиня такая удивляется. О! Ее муж побил мировой рекорд, и, конечно же, надо его убить. И она начинает говорить Филиппе, чтобы она убила Джозефа Салливана, своего же мужа. О, это труба из Мороженщика 5, помните? Где друзья скатываются из интро, ну или из трейлера. Так, а в принципе, тут больше ничего нету. Пойдемте искать новую локацию. Но для этого сделаем ноклеп чуть побыстрее. Давайте на шестерку хотя бы. Это он очень медленно передвигается. Так, ну идемте искать. Я уже минут 5 летаю и не могу найти эту локацию. Я несколько раз перезаходил в игру. И все равно не могу найти. Как будто бы она, эта локация респаунится только тогда, когда я найду все части газеты. Может быть и так. Хотя вряд ли это. Будет очень обидно, если я ее не найду. Смотрите, я ее нашел. Спустя минут 10, наконец-таки. Господи, я думал, я ее не найду. Это у нас как будто бы локация из Ice Cream 2. Где, помните, цирк? Ну или же из встречи части Мороженщика, не помню уже. Это у нас такие люди. Картоны. Из картонок сделаны. Смотрите, у него 4 руки. Сзади и спереди. Он мороженое держит и спереди, и сзади. А у этого лицо вообще на задней стороне головы. Прям вообще. Почему эти люди бумажные, я не понимаю, они настоящие там. Ну, в принципе, выглядят прикольно. Я думал, это родственники Джозефа Салливана или же жертвы. Там многие также думали, но
Это просто его фанаты. Давайте еще полетаем по карте вот так вот. Гэрис Стор. Я подумал, даже Хэппи Стор. Так, айскрим, это получается его ресторан. Такой маленький. Такой знаменитый мороженчик и такой маленький ресторан. Прям вообще. Понятное дело, его тут не будет. Давайте на это видео закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.